В социальных сетях и мобильных приложениях преподаватели ОШГУ высказывают мнение о необоснованности, несправедливости и чрезмерной жесткости решения в отношении ректора Кочубекова и заинтересованности третьих сторон в его увольнении. 10 ноября члены административного совета вуза и сторонники Кочубекова организовали собрание с целью обсуждения ситуации и обращения в адрес руководства страны. На собрании был поднят вопрос о необходимости проведения акции протеста и направления уведомления в мэрию города. Несмотря на заявление председателя кабинета министров, Кочубеков попросил членов административного совета вуза воздержаться от своих планов, отмечая, что не следует будоражить ситуацию, поскольку глава Миноборнауки во время телефонного разговора заверил, что приказа министерства об увольнении ректора не имеется, и решение по нему было изменено на замечание, о чем в данное время готовится приказ в министерстве. В настоящее время создана комиссия, которая в течение месяца вынесет решение по Кочубекову. В данное время его должность временно исполняет проректор Эркибаев.